Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас мы откроем подарочек от человека, который в последнее время просто забрасывает меня этими подарками. Кто-то скажет, что я зря снимаю на каждый подарок отдельное видео, но, ребят, если человек отправляет подарок и делает это не один за другим в течение там нескольких минут, а присылает по подарку каждый день, то я считаю, что я обязан благодарить его, как минимум тем, что выставлю это на всеобщее обозрение. Поэтому, Мон, спасибо тебе большое за проявленное внимание, открываем подарочек. Ну и, как всегда, я безумно рад самому факту подарка. Ну и чтобы там не лежало... Ключ! Ключ, ребята! Ребят, там ключ внутри! Сейчас откроем серую коробку, глядишь, оттуда что-то выпадет, плюс 585 осколков Фортиума, которые продвигают меня вперед. Вперед в прокачке Глейсера. Мне еще 17 тысяч, правда, надо этих осколков. Скорее всего, не соберу. Но и на том огромное спасибо, друзья мои, за вашу помощь в данном процессе. Спасибо вам большое за то, что проявляете внимание к каналу и ко мне лично. Мне это безумно приятно. И, честно говоря, порой даже не хватает слов для того, чтобы высказать весь уровень моей благодарности. Открываем. Открываем серебряную коробку. Смотрим, что в ней. И... 5 дискошаров, конечно, маловато, и, честно говоря, 5 колпаков тоже не алё, но зато 750 голды, а вот это уже очень даже себе алё. И эти 750 голды падают в общую копилку, которую я планирую использовать на новогоднем аукционе для покупки тех машин, которых у меня нет, ну, а в частности, каких-нибудь, возможно, редких тачек, на которые потом буду снимать обзоры. Хотя навряд ли они уже будут редкими, если с аукциона их раскупят. Побежал снимать специально для вас, но ну а вам, друзья мои, огромное спасибо за то, что подписываетесь на канал, ставите лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на каналы, про которые я прошу, в частности на канал Зёзи, который пообещал мне 100 баксов, если наберет 1000 подписчиков, и так за каждую 1000 подписчиков будет мне по соточке давать. Спасибо вам еще раз, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.